Какая это прелесть! Ой, какая прелесть! То! 3000 наименований. Представляете, 3000 наименований. Есть другие места, там по 1000 наименований разного товара. Но если оно такое, как здесь, к сожалению, нету. К сожалению, нету. Теперь, что мы хотели бы вам далее показать. Как раз дело было 20 лет назад, когда мы в Америку ездили. Максим Смирнов ездил, Андрей Хиловский ездил, Вадим Чуприн ездил. Ну, много там хороших товарищей ездило. Клево было. Так вот, в той самой Америке мне понравилось. Там было кресло такое, знаете? Замечательное кресло, что его можно было раскладывать, и в нем можно было спать. У нас таких кресел вообще в природе не существует. Кроме всего прочего, в Америке есть такие замечательные унитазы. Изумительные унитазы, я просто нашел. Обалденные штуки. Вот. Воронка. Понимаете, мы немножко по-другому все это делается. Там, конечно, круто было. То есть, я когда там находился, я потом узнал, могут ли нам привезти такие кресла. В одной конторе я был. Было красиво, но цена вопроса, бешеные денег стоила. Я нахожусь в нормальном кресле. У нас в России наконец-таки научились делать это кресло. Вот оно. От Ники делается такая штука. Вкуснейшее кресло. Сейчас смотрите. То есть как я там, как мне это нравилось. То есть, я хотел посмотреть телевизор. Так? Так? Ой. Я так хотел, могу поспать. О, хорошо. Цена вопроса 2500 рублей. Ой. Че? По новой переделать будем.